тишине летней ночи Вена, собравшийся на обрядовый праздник Авенек, в молчании ловит ладонями первые лучи нового солнца. Каждый в душе просит Хевки даровать благодать и мир, приумножить олени стада, избавить от болезней и страданий. После таинства обряда люди словно молодеют душой и, взявшись крепко за руки, в едином порыве кружатся в древнем, как мир, танцы Хедя. Запевала может часами водить хоровод, увлекая сородичей в неведомые дали и медленно спуская на землю. Немногие обладают этим мастерством, и поэтому имена знаменитых запевал из разных уголков республики передают из уст в уста, бережно хранят воспоминания, чувства, мотивы и слова. Хедже – это истинное богатство, которое оставили нам наши предки. Республиканский фестиваль Хедже прошел в городе Якутске в далеком 1993 году. Организатором фестиваля была Любовь Алексеевна Никитина. На площади Дружбы тогда впервые мощно и красиво звучали запевы древнего хоровода. Михаил Николаевич Громов, Иннокентий Егорович Слепцов, Евдокия Николаевна Бокова, Татьяна Петровна Дмитриева – это люди, которые щедро делились своим искусством и умением. Республиканский фестиваль Хедже был инициирован председателем Улхан-Чистайского отделения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Экджанмола Эреме Миличом Садовниковым и проведен в городе Якутске в начале марта 2020 года. Как раз перед самым объявлением карантина удалось провести круглый стол с мастер-классами, но выход на площадь уже не получился. Мы предполагаем не только венского народа Хедже, но и других народов, приглашаем все народы к участию, потому что у каждого народа есть свои хороводные танцы,
мы также хотели бы пропагандировать культуру всех народов Республики Саха-Якутия, которые проживают на ее территории. Всем участникам хочу пожелать, чтобы мы сегодня действительно приняли очень важные и действенные рекомендации, чтобы правительство Республики Саха-Якутия, Государственное собрание Ултимат серьезно отнеслись к этому вопросу, и чтобы в будущем у нас национальный танец Хэджа имел статус всемирного нематериального наследия человечества. Успехов, здоровья, самое главное, в эти дни, и всего самого доброго. Спасибо. Самыми ценными моментами круглого стола были мастер-классы запевал хороводного танца Хэджа. Этнофольклорный ансамбль «Долгунча» под руководством заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Зинаиды Платоновны Никулиной показали варианты родовых хэджа нескольких локальных мест проживания вэнов северо-востока Якутии. Когда березовки очень запевали хэджа, и это был Бултупин Андрей Иванович, Бултупина Улита Ивановна, Бултупина Анна Ивановна, Бултупина Эвултупинич, Макар Александрович, Щербаков Николай Егорович, Балагарчик Иван Семенович Первый и другие. Мы сейчас покажем, девочка показывает уже Таверней Гэри и этот. Приблизительно мы показываем. Показывает Нагрия. Этот танец женщин. И сейчас напевала Анетта Егоровна Абрамова. Давайте встанем все вместе с ними, чтобы me.
музыканты Гэдди представлены винами Момского района. Отрадно, что совсем юные ребята активно вовлечены в процесс освоения и овладевания мастерством забивали Гэдди. Hey, hey.
Одним из организаторов и идейным вдохновителем проведения фестиваля является общественная организация Союза венов Республики Саха-Якутия. Выражаем надежду, что мероприятие будет традиционным. Нужно еще учитывать, что нынешний фестиваль, он второй республиканский фестиваль кругового танца Хеди. И мы надеемся, что в дальнейшем мы продолжим эту традицию и будем уже на постоянной основе проводить вот это большое мероприятие, потому что оно нужно для нашего народа, нужно для подрастающего поколения. По рассказам Акулины Петровны Трайзе, пропагандиста и мелодиста, в ее детстве хэджи запевали только мужчины. Так было заведено. И она одна из первых женщин, которые вышли в круг запевал наравне с мужчинами. Свою любовь и преданность она пронесла до конца своих дней. По-особенному, красиво и емко. Неуловимыми движениями плеч и ног передают красоту танца старейшины венов далекой Аллаихи. Владимир Николаевич Слепцов и Михаил Николаевич Едукин. Участники круглого стола с большим воодушевлением встретили их. Отличительной чертой хэджи эвенов Березовки является использование горлового пения и звукоподражания. Сильные, мощные звуки, вплетенные в круг танца, придают ему мистическое значение, поражают своей энергетикой. Дорогие сородичи, я с самого раннего детства росла в стаде, и у нас и детство все там пошло. Я проработала, чем работала с ней, оленеводом и охотником. И вот у нас детство, вот Синя Ивановна, мама, учила меня танцам и песням. Вот все детство у меня связано с этим хэджи. Вот когда они летом, в летнее время, когда приезжали на каникулы, они когда танцевали, они парили над землей. Они земли не касались. Готовы они так красиво танцевали.
Целый день звучит хеджа в зале, звучит сильно, раскрывая свою красоту и древнее звучание. Участники круглого стола и зрители получили заряд живительной силы и энергии. До следующей встречи. Ай Макань.